Всем привет! Вы на канале магазина «Тульские гармонии» от Павла Уханова. Меня зовут Влад, и сегодня на обзоре у меня вот такая вот классная гармошечка с ландышами. Это модель Тульская 301M не в стандартной комплектации. Здесь есть пару классных опций, о которых я сейчас, конечно же, расскажу. Начинка у нас стандартная, пластиковые резонаторы, но заказная тональность до мажор. Из опций классных это итальянский лидерин, мельхиоровые уголки, регулировка левого ремня и также перламутровые кнопочки у нас справа. Гармонь сама по себе выглядит интересно, с нестандартной художественной росписью. Вот такой вот классный красный мех. В принципе, тональность подходит как и мужчинам для обучения, так и женщинам для пения. Поэтому мужчины учитесь, женщины пойте, ну а я, пожалуй, сыграю. Ну а сыграю я, пожалуй, как раз таки женскую песенку. «Я деревенская» называется, но песенку я эту достаточно хорошо не знаю, поэтому не судите строго. Ну что ж, вот такая вот красивая, звонкая, классная гармошечка у нас есть в наличии. Если вы захотели приобрести этот инструмент, звоните по номеру телефона, который сейчас указан на экране. Также вы можете подписаться на наш телеграм-канал, в описании есть обязательно ссылочка. Там вы можете увидеть цену на этот инструмент, сколько она стоит, эта гармонь. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм. Давайте сделаем нашу армию гармонистов еще больше. С вами был Влад. Всем спасибо. Всем пока.